Привет и добро пожаловать на очередной выпуск «Путеводителя по галактике». Меня зовут Адам Уизер, я автор в Cloud Imperium Games, которая расположена в Лос-Анджелесе. Для тех из вас, кто не знаком с нашей программой, поясню, что в программе мы даем возможность одному из членов команды по лору организовать для вас персональное путешествие в одну из сотен систем, которые присутствуют в игре Star Citizen и в Сквадроне 42. Это возможность показать вам все глубины истории, астрономии и всех тех вещей, которые мы здесь для вас делаем. Сегодня мы с вами отправимся в очень интересную систему, которая является довольно противоречивой, и о чем я расскажу немного позже. У системы просто фантастическое расположение, но у нее очень-очень ужасная репутация. И это возможно, потому что сейчас она больше известна в качестве штаб-квартиры для Дрейка Интерпланетари. Как вы, вероятно, догадались, мы посетим систему Магнус. Воспользуемся строкой поиска, впечатаем Магнус. Я уменьшу масштаб, чтобы лучше видеть. Когда я сказал, что у системы отличное расположение, и вы, возможно, догадались, когда я изменил масштаб, давайте отобразим крупные точки перехода. Система связана с тремя из них, а это очень важный фактор. Одна ведет в Эллис, другая на Стентон, с которым вы уже могли познакомиться, играя в постоянной вселенной и посещая порт Алисар. Также здесь находится средняя точка перехода, которая связана с Террой. Но причина, по которой расположение систем является очень важным и удачным, станет понятно, если я отключу средние точки перехода, и вы видите, Магнус находится в самом центре маршрута перехода от системы Сол в систему Терра. По нему проходит просто невероятное количество кораблей, а это наведет вас на мысль, что это очень важная система или потенциально экономически сильная система из-за ее близости к Стентону, Терри, Эллис и так далее. Но на протяжении длительного времени, примерно 150 лет, эта система была в основном известна как опасная приграничная система. И один из официальных слоганов системы звучал как «Магнус расположен прямо на краю неизвестности». Это несмотря на то, что он находится между двумя важными системами UE. Теперь, если мы перейдем к системе, опять же, это очень странно, что она является пограничной, учитывая ее положение. Одной из причин для этого является ее довольно извилистая предыстория. Когда она впервые была открыта, это вызвало огромный интерес у UPE, что произошло в 2944-м. Простите, в 2499-м. И мы видим, что прошло около 450 лет. И когда дошло до дела, правительство очень заинтересовалось системой из-за звезды в ее центре. Я увеличу масштаб. Вы видите, что это звезда главной последовательности, относящаяся к классу K, как оранжевый карлик. И даже сегодня ученые уделяют особое внимание подобным звездам, так как в этих местах возможно существование чужеродных форм жизни. И это происходит потому, что такие звезды очень стабильны, у них очень длинный период жизни, даже в сравнении с Солнцем в нашей Солнечной системе. Звезды класса K существуют в среднем 15-30 миллиардов лет, в то время как наша с вами звезда может существовать 10 миллиардов лет. Звезда здесь находится уже в течение длительного времени, что означает возможное развитие жизни. Также она меньше
меньше в размерах, холоднее, имеет меньшую светимость. И эта звезда в особенности, ее светимость составляет 0,34 от нашего Солнца, то есть если взять светимость нашего Солнца за единицу, то светимость этой звезды составляет 0,34 от этого значения. Подобные звезды класса K производят меньший выброс ультрафиолетовой радиации, и что только повышает возможность развития жизни в этой системе. К сожалению, когда правительство начало присматриваться к системе Магнус и с ее многообещающей звездой, они не обнаружили никакой жизни. Были обнаружены три планеты, и лишь только одна Борея, о которой я расскажу немного позже, представляла возможность для заселения. На ней нужно было проводить терраформирование, но все равно она дала возможность быть заселенной. Однако UPE все равно не упускал эту систему по множеству причин. Первой причиной был Магнус-1. Он описывается как маленькая скалистая планета, на ней нет атмосферы, однако на ней имелось огромное количество ценных минералов, именно это и привлекало внимание правительства. Однако состав минералов, которые начали добывать на планете, привело ученых к мнению, что это не просто очередной скалистый мир, а, вероятно, хтоническая планета. Хтонические планеты интересны тем, что раньше они являлись газовыми гигантами, а в данном случае эта планета была горячим Юпитером, который находился на границах промерзания системы, и его орбита изменялась до тех пор, пока она не оказалась близко к Солнцу. Когда он оказался на нынешней позиции, тепло от Солнца выжгло все газы во внешних слоях планеты, оставив лишь каменное ядро в центре. Этот процесс известен как гидродинамическая утечка, которая привела к возникновению богатого минералами ядра бывшего Юпитера. И так и появился Магнус-1 в центре этой системы, недалеко от Солнца. Это было одной из причин, по которой они решили не покидать эту систему. Вторая причина заключалась в том, что Борея могла быть перетерраформирована, и что в конечном итоге произошло. Когда начали более внимательно изучать планету, было обнаружено, что на ней нет жизни, но мы все еще могли извлечь из этого выгоду. Это скалистая планета земного типа с несколькими различными климатическими зонами. И процесс терраформирования был начат в 2533 году, и было решено отдать планету под военные нужды, поэтому не очень многие корабли пролетали через эту систему. Давайте на секунду отойдем от системы. Когда мы говорим об истории системы Магнус, это значит, что мы говорим об Арее, второй планете в этой системе. Но в системе есть также и третья планета, которая находится на окраине. Это Магнус-3, супер-Юпитер, с очень различной и разноцветной атмосферой. Существуют слухи, что пираты любят собираться здесь, в точке Лагранжа, на свои собрания. Это очень обычно для этой системы. Темы, когда мы говорим о Магнусе, мы говорим о Борее и о том, что происходило здесь в прошлые века. В 2533 году UPE начала процесс терраформирования в этой системе, и как только она стала пригодной для заселения, сюда начали свозить людей, чтобы построить судостроительную верфь для нужд флота UPE. Здесь строили корабли, сюда привозили людей, которые работали на этих заводах, все шло отлично. Можно сказать, что здесь на протяжении 50-60 лет был экономический подъем. Это место было строительством военных кораблей для флота. И шли годы, люди прибывали, заводили детей, и население Бореи постоянно росло, и даже несмотря на то, что оно очень сильно сдерживалось, потому что это военная планета, люди не могли прибывать отовсюду, вас должны были выбрать, чтобы направить сюда. Одним из людей, которые выросли на Борее, была женщина
Озель Крюгер. Она была типичным представителем голубых воротничков промышленности, которые имели большую значимость в то время. Она открыла магазин по продаже индивидуальных деталей и дала ему название, с которым вы, возможно, уже знакомы, Крюгер Интергалактик. Данная компания занималась строительством кораблей и комплектующих для них, но когда они только начинали свое производство, они занимались выпуском деталей для более крупных производителей, и все шло хорошо, ведь они сотрудничали с флотом, строя для них корабли и с прочими судовыми компаниями. Возможно, для компании Крюгер было проще выпускать небольшие части прямо на планете и таким образом снижать нагрузку на более крупные конгломераты. Это также был отличный способ для Крюгер поднять свой авторитет, поработать с компаниями имперского значения. И это стало возможным благодаря тому, что компания выпускала очень качественную продукцию, они производили буквально все, начиная от байков-ударника для баллистической винтовки Беринг P-8AR, которую использовал десант UPE. И, как я говорил, все шло отлично где-то до середины 27-го столетия. В середине 2600-х годов много чего произошло. Например, одним из решений правительства было переместить производство кораблей из Бореи в систему Киллиан. Можно сказать, что это решение погубило всю экономику планеты Борея, и ведь именно за счет этого они и существовали. Люди толпами покидали систему, потому что было не так уж много других производств, и население значительно сократилось. В некоторых отчетах приводилась цифра меньше 100 тысяч человек, живших на планете в то время. Было множество факторов, приведших к перемещению судостроительных верфей с Бореи. Шла середина 27 века, первая Тверианская война подошла к концу. Мессер вознесся, и было множество других факторов, которые сыграли свою роль, но именно Борей понесла основное бремя от этого решения. А вот кто выиграл от этого решения, так это Крюгер Интергалактик. И это было одной из причин, почему вам известно это название. Как только все судопроизводители с их огромными мощностями были перемещены в систему Киллиан, появились большие площади и современное оборудование, которое Крюгер могли выкупить по дешевке. Также они могли позволить себе нанять самый профессиональный персонал, который бы работал на них. И в то время, как большая часть экономики шла на спад, Крюгер Интергалактик процветали, развивались и зарабатывали себе имя. Не забывайте, что в то время это все еще была военная планета, поэтому новые люди там не появлялись до 2751 года, когда военные приняли наконец решение снять гриф секретности системы Магнус, позволить людям прибывать сюда. Помните, в начале нашей передачи я говорил вам, что несмотря на то, что Магнус находится в центре событий, он все еще считался приграничной системой. Именно это и было одной из причин. Даже несмотря на то, что система была обнаружена более 450 лет назад, первый шанс для гражданского населения ЮИ прибыть сюда появился лишь в 2751 году. Так что в этом смысле приграничный дух все еще сохранялся в этой системе. Когда система была открыта, люди начали прибывать сюда, здесь начало твориться некое подобие неразберихи. Люди спешили урвать свой кусок земли. На планете не было естественной промышленности, поэтому людям приходилось быть изобретательными, чтобы заработать деньги. К сожалению, это стало проблемой для Крюгер Интергалактик, потому что они быстро осознали, что в то время как пиратство, преступность, нелегальная деятельность возросла в системе, им приходилось систематически тратить больше и больше денег на наемников, которые бы защищали их корабли, отправляющиеся из системы. Это начинало вызывать беспокойство. В конечном итоге корабль компании «Крюгер», перевозивший важные запчасти для RSI, был угнан прямо в системе. И это очень сильно нарушило цепочку поставок продукции RSI. Это очень плохо сказалось на их бизнесе, потому что компания «Крюгер» не только пришлось сделать все запчасти,
популярности, но это также влияло на авторитет компании. Это также заставило RSI понять, что им нужно диверсифицировать свои производственные мощности, чтобы такого больше не повторилось. С одной стороны, система Magnus могла бы гордиться тем, что компания Kruger Intergalactic решила переместиться отсюда в систему Kastrop, потому что там было много дешевой земли, надежные маршруты поставок, и там было безопаснее в целом. Наступал 2725 год. Было все меньше предметов для гордости Бореи и систем Магнус. И это упадочное состояние продлилось недолго, потому что это была очень стойкая промышленная планета, и можно сказать, что из пепла родилась маленькая компания, которая боролась за возможность получить военный контракт. Эта компания называлась Drake Interplanetary. У них была идея создать корабль, который бы легко поддавался модификации, который был бы прост и дешев в ремонте и идеально подходил для нужд UE. К сожалению, этот корабль, который назывался Cutlass, который сейчас обновляется Джошем Кунцем и выглядит просто улетно, не получил военный контракт. А вместо этого он стал кораблем, о котором все позабыли в то время. С тех пор Cutlass очень изменился и начал использоваться на гражданском рынке. Не стало судостроительной верфи, ушла компания Kruger Intergalactic, осталось много квалифицированных рабочих, много оборудования, появились производственные площади, и всем этим воспользовались Drake Interplanetary, что отлично послужило для развития компании. Они производят Caterpillar, Cutlass, Buccaneer, другие отличные корабли. Вы уже можете их опробовать, когда направитесь Порт-Алисар. Когда планета стала домом для Drake Interplanetary, дела пошли в гору. То, что они начали производство на планете, определенно улучшило ситуацию в системе, но она все еще небезопасна. Столица Бореи — город под названием Ньюкасл, но в данный момент людям не разрешено там приземляться из-за покушения на убийство Совета губернатора. Это случилось несколько лет назад, и с тех пор было решено, что лучше направлять все корабли на Одессу, где находились главные офисы Drake Interplanetary и Kruger Intergalactic. Еще немного интересной информации. Спикер Сената UE Маршал Мадригал родился здесь, на Борее, в системе Магнус. Гал Дуган, который был известным музыкантом, пропавшим без вести, также родился на Борее. Ну что ж, мы подходим к концу. Еще раз напомню основную информацию про систему Магнус. В ней три планеты. Все основные события происходили на Борее. Это крайне важная часть империи, расположена прямо на главном торговом пути между системами Сол и Терра. Но если вы не очень осторожный человек, вам лучше здесь не появляться. Помните об этом, если захотите посетить штаб-квартиру Drake Interplanetary. Спасибо за просмотр. Сегодня мы немного познакомились с системой Magnus. Я Адам Уизер. Спасибо вам за поддержку путеводителя по галактике. Thank you for watching. So if you want to keep up with the latest and greatest in Star Citizen and Squadron 42's development, please follow us on our social media channels. See you soon.